Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, ребята! Сегодня я приглашаю вас в школу волшебства и магии, называется она Хогвартс. Зовут меня Минерва Маканаль. Я профессор магии и волшебства. И пригласила вас сегодня с той целью, что два факультета этой школы, Куфунде и Гриффиндор, объявили дополнительный набор учащихся. Немножко расскажу о самой школе и проведу краткую экскурсию. Цвет факультета Куфунде желтый, символ его барсук. Ученики этого факультета отличаются трудолюбием, честностью и верностью. Символ факультета Гриффиндор – лев. Его ученики храбры, благородны и честны. Цвет этого факультета – красный. Каждый факультет имеет свое привидение, как и положено в школе волшебства и магии. Познакомьтесь, толстый монах – это привидение факультета Куфунде. Безголовый ник – привидение факультета Гриффиндор. Оба эти привидения демократичны, приветливы, всегда готовы прийти на помощь и любят пошутить. Например, толстый монах иногда появляется прямо из пола и кричит «Ух!», а безголовый ник – он, хотя и демократичен, но не терпит понебратства. Распределение по факультетам производит шляпа распределительная. Она раньше принадлежала основателю факультета Гриффиндор. Вот. И эта шляпа обладает не только способностью определить таланты детей, но и направить их на обучение на тот факультет, где эти способности наиболее ярко проявятся. Приглашаю сюда всех, кто желает обучаться в нашей школе волшебников и магов Хогвартс. Прошу, пожалуйста, сюда ко мне. Наша распределительная шляпа сейчас начнет свою работу. Предупреждаю, что места в Хогвартсе ограничены. Так, сосредоточься, прошу, чтобы шляпа определила твои способности. Так, решение есть? Решение есть, ты получаешь. Жетон факультета Гриффиндор. На эту сторону, пожалуйста. Пожалуйста, Виктория. Символ нашего своего факультета. Прошу, пожалуйста, помочь мне. Значит, факультет Гриффиндор, красная лента. И вот герб факультета. Зовут меня Минерва Маканаль. Будем с вами знакомы, и я всех вас поздравляю с зачислением в школу волшебства и магии. А сейчас прошу ребята занять свои места по факультетам. Первый наш конкурс под поиск Снитча. Ребята, слышали ли вы когда-нибудь о Снитче? Вот этот шарик, смотрите, с такими замечательными золотыми крылышками, очень нарядный, и называется Снитчем. В самом Хогвартсе игра эта очень популярна. Снитч летает
по залу с очень высокой скоростью, и тот, кто его словил, получает 150 баллов и выигрывает в игре. У нас немножко другая будет игра, поскольку вы у нас первоклассники, поэтому сегодня мы будем играть в поиски друзей с Ницше. Кто такие друзья с Ницше? Точно такие же шарики, только, может быть, менее нарядные, но каждый из них зато обладает стоимостью. Факультет, который найдет больше друзей с Ницше, победит в данном конкурсе. Сейчас, ребята, мы определим, какой из факультетов первым отправится на поиски с Ницше. Прошу вас. Значит, Гриффиндор. А что, мы так будем по очереди? Да. Так, нашла. Отлично. Передавая другому факультету палочку, у нас факультет Гриффиндор отправляется на поиски с Ницше первым. Ты хотел? Да. Пожалуйста, прошу. Пожалуйста, иди ищи. Так, палочку. Палочку волшебную у тебя нет. Ищем. Так, хорошо. Снимаем. Пока я помогу тебе. Так, твой балл 70. Фиксируем балл 70. А сейчас, ребята, я вас приглашаю в гостиную Гриффиндора. Перед вами черный дракон, и мы должны его победить. Вот с помощью вот этих палочек нужно попасть ему в глаз. Каждый, кто попадет в глаз, зарабатывает своему факультету одно очко. Итак, кто у нас самый смелый? Так, осторожно, осторожно там. Они с пластилина. Так, следующий. Пока самый точный был Ваня, он до глаза не дошел, но тем не менее попал. О, молодец, есть 5 баллов. Следующий. 5 баллов зафиксируйте по Фундею. 5. Злата. А можно еще раз потом? Сейчас идет тот, у нас снимает дети, поэтому я не могу вам. Прошу факультет Гриффиндор подойти в гостиную. Да, вот это. Отсюда ведем обстрел. Попадаем в глаз. Можно снизу, немножко снизу, можно легче. Задача попасть через кольцо в стакан. Вот это поле факультета Гриффиндор, это факультета Гриффиндор. Вы защищаетесь каким образом? Ракеткой вы можете отбить мяч. Но ракетку нужно держать за полем, то есть вот там, да? Понятно. Вот я бросаю через колечко, хочу попасть в стакан. Если я попала в стакан, значит балл засчитывается. У меня бросок неудачный. Будем пробовать? Предметы и существа волшебного мира. Каждый из вас имеет право достать одно из них. Пожалуйста. Идите сюда. Вот только ко мне, пожалуйста. Так, команде ничего не говорим. Просто читаем, открываем. Вы тоже.
Пожалуйста, Ира. Вот тут. Пожалуйста, вот на этой стороне. Значит, вы можете посмотреть. Готовы? Показываю. Летучая мышь? Да. И кот. Летучая мышь и кот у вас? Летучая мышь. Звук какой-то стал. Громче. Ку-ку. Кошка. Это была сова. Ну что же, ребята, мы с вами выдержали испытание. Я всех вас поздравляю с зачислением в школу волшебства и магии. Желаю вам успехов. Надеюсь, что мы научимся магии, научимся волшебству, что мы научимся ими управлять и лучше познакомимся с предметами и с существами, которые живут в магическом и волшебном мире. Добрый час, всего вам хорошего.